У меня заболел муж, Артемьев Олег Владимирович. Нам поставили диагноз карцинома верхней челюсти. Мы пролечились в Семашко, мы прошли лучи. Нам сделали две химии, но у нас было только ухудшение, и нас выписали домой умирать. Мы не сдавались, мы поехали в институт имени Сеченова, где нам была сделана операция, после которой было удовлетворительное состояние. Через 4 месяца у нас появилась метастаз слева, и мы поехали на повторную операцию. А вот после повторной операции, через 2 недели у нас было очень резкое ухудшение. Мой муж лежал просто, ну, можно сказать, что лежал день и ночь. Я не знаю, спал он, не спал. У него были очень мутные глаза, безжизненные глаза. Ему не хотелось ничего. Если раньше он любил смотреть телевизор и вставал к компьютеру, он не вставал вообще ни к компьютеру, ни к телевизору. Он просто лежал. Чтобы покушать, мне приходилось, ну, скажем так, даже поскандалить с ним. То есть я поднимала его силой, чтобы просто человека покормить. И вот когда уже казалось, что у нас опять жизнь уходит из-под ног, нам дали телефон, по которому я позвонила. Мне ответил врач Юрий Иванович. Как оказалось, это целитель, который согласился с нами работать. Он нам дал лекарство. Мы его пили по той схеме, которую он нам сказал. И надо сказать, что буквально в течение недели мы увидели такое улучшение, что я просто поразилась. У нас были головные боли, мы пили каждый день баралгин, который даже и он не очень помогал, были боли в виде спазмов. Как только мы начали пить лекарства, где-то вот, даже, скажем так, наверное, даже на первой неделе у нас пропали головные боли, и вот 2 недели мы жили без лекарств совсем. Сейчас нас мы пролечились 3 недели, и у нас действительно значительное улучшение. Мой муж, то есть у него блестят глаза, у него появились какие-то сдвиги в лучшую сторону, в том плане, что он хочет что-то делать, он хочет мне помогать. Он даже сожалеет, что у него еще все-таки маловато сил, чтобы по хозяйству, но посильную помощь он не оказывает. И вот сегодня, 27 мая, мы съездили на УЗИ, и вот по сравнению с тем, что у нас было от 14 марта 2016 года, у нас было образование с неровными контурами размером 31 на 24 миллиметра. А вот сегодня, 27 мая 2016 года, мы тоже сделали УЗИ в больнице имени Семашко, и вот то образование с ровными четкими контурами размером 28 на 12 миллиметров. Поэтому можно даже заметить, что действительно опухоль уменьшается. Но УЗИ – это УЗИ, но я вижу то, что у нас, что у меня муж просто ожил. Мы даже сегодня хотели из Городца приехать сюда на машине, но немножко не рискнули, приехали с водителем. У человека появились жизненные силы, хочется жить, хочется просто жить. Самое главное, что я вижу значительное улучшение, и это всего лишь 3 недели лечения. Так что Юрию Ивановичу огромное спасибо за его работу.